Ивано-Франковская межрайонная прокуратура совместно с УФСБ России по Ивановской области провели проверку в отношении достоверности сведений, представленных Евгением Нестеровым в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Тейково. Установлено, чиновникам был не указан ряд объектов недвижимости, а также расчетный счет, принадлежащий его супруге. Несмотря на это, по итогам заседания конкурсной комиссии от 19 октября 2015 года представленные Нестеровым документы были признаны достоверными, а спустя несколько дней он оказался в кресле главы городского округа. По итогам проверки Тейковской межрайонной прокуратурой в городскую думу городского округа Тейково 12 ноября внесено представление, которое сейчас находится в стадии рассмотрения.